26 июня в Казани мастера граффити украсят парк Горького своими работами. Художники представят свои творения в форме планера. Мероприятие будет приурочено ко Дню молодежи. Жители Татарстана могут остаться без импортного шоколада. Глава Россельхознадзора не отрицает скорую возможность запрета на ввоз шоколада в Россию. Такое расширение контрсанкций имеет смысл для поддержки отечественного производителя, считает глава ведомства Сергей Данквер. Фермеры Татарстана будут развивать сельский туризм. В селе Ямашурма Высокогорского района на местном туристическом объекте «Татарский страус» состоялось совещание по развитию сельского туризма. В Казани пройдет водный комеди-клаб. Резиденты комик-клуба выступят с эксклюзивной программой. Весь контент развлекательной части мероприятий разрабатывается с учетом формата чемпионата мира по водным видам спорта. Министерство образования Татарстана предлагает разделить школы Казани на средние и основные. Если в первых выпускают учеников 9 и 11 классов, то в основных обучают только до 9. В России вступили в силу новые правила эвакуации машин. Теперь у водителей будет больше времени на то, чтобы отменить погрузку авто. Эвакуаторы не смогут работать вне зоны без спецтаблички, и автомобиль нельзя будет увезти за то, что его владелец забыл дома права. Что обсудили на круглом столе по лучшим практикам КФУ? Каково будущее исламского банкинга в Татарстане? Об этом и многом другом ты узнаешь в вечернем выпуске «Универ-Ньюс» в 18:00. Не пропусти!